Снова здорово, дорогой мой друг. И у нас, да, танки, танки, танки. Вообще, так-то это видео должно было попасть в понедельник в рубрику «Игра от подписчика», но прикол в том, что мы уже играли в танки. И закидывать в рубрику «От подписчика» это, я думаю, что бессмысленно, поэтому мы поиграем, собственно говоря, так, как есть. Так, давай мы возьмем что-нибудь себе эдакое. Говорю сразу, Рачелло, дикий, просто, играю на уровне дно. Не разбираюсь в танках вообще. Меня попросили поиграть, я, собственно говоря, этим и занимаюсь. Не могу сказать, что это плохо, не могу сказать, что это хорошо, но вы, как аудитория, для меня на первом месте, поэтому мы сегодня с вами поиграем сразу нахер в бой. Пойдем посмотрим, попробуем, что у нас из этого получится. Я не знаю, что у нас там со звуком. Давай, может, чуть-чуть поддобавим. Ожидание игроков. Хорош, нормально. Так, это у нас что, это кнопка? Ага. Надо немного вспомнить управление, потому что я, в принципе, это когда-то же подыгрывал чуть-чуть. Но это было давно и неправда. Так, это свой. Это свой, окей. Блин, чтобы своего не задолбить. Как-то я езжу кривовастенько чуть-чуть. Смотри, эскадрилья наших встала, а? Класс, вот это мы сейчас дадим жару. Я где-нибудь у вас за спиной постою, ага, пацаны. Вот так вот, я если что, то я с вами. Так, тихо, тихо. Смотри, вражина едет на АМХ-38. Давай выезжай. Выезжай, давай, ца-ца-на-на. А ну. А ты где вообще едешь-то? А, вон ты где едешь. На, лови, похари. Ой, перезарядка-то пипец длительная. Прямо жесть. Пробитие, слышим. Я услышал слово пробитие. Сейчас мы, короче, его уделаем. Отлично. Минус один. Погоди. Воу. Там, видимо, подмога пацанчику нужна. Давай поедем, поможем ему. А то что он раз на раз-то бьется? Эх, зачем я выстрелил? А, я попал. Ничего, нормально, слушай, стрелял-то наугад, я просто кнопку перепутал. Ты что, на таран идешь? Ты что, дурак? Он готов? Шикарно. Так, погоди, а где еще? Во, есть. Так, ну он у нас, скорее всего, за стеной, да? Да. Он у нас за стеной. А там у нас что? Так, погодь. Там где-то раз? Где-то раз. Где-то раз. Тарасик, ты где? Во, я вижу, вот раз. Он, смотри, во-во-во-во. Нормально. На, лови. Хорош, на 56. Сейчас еще. Ну куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Я стрелять хочу. Нормально, еще 25 чуть-чуть. Давай по гусеницам ему шмальнем, чтобы он не уехал никуда. Ой, нормально вообще. Боевая задача выполнена. Что за боевая задача? Кто мне боевую задачу вообще здесь поставил? Я сам себе начальник, сам себе командир. Идите нахуй. Мы играем 3 на 3. Ой! Так, а иди-ка ты. На тебе по голове. Хорош, нормально. Ты не успеешь выстрелить, ты не успеешь выстрелить. Сука, успел. Так, а что у нас, огнетушитель какой-то есть? Есть. Зачем он нам нужен? Тихо, я вижу еще одного. Он едет. Он едет, он движется. На! Че, промазали? Да ладно. Но мы спалились, если что. Давай, два на раз, два на раз. Ах ты ж сволочь, смотри какой гад.
За что? Ага, мимо. Мимо, братишка. Есть пробитие. Так, у нас попадет по ним? По ням-то попадет или не попадет по ним? Нет, попадет по ним. Куда ты поехал? Да тебе мапупа, братан. Тем более, что у нас захват базы прошел. Сука. Долго перезаряжаться будет. А что, мы раз на раз? А нет, мы не раз на раз. Ох ты, шикарно. Смотри, первый бой и сразу плюс. И сразу плюс. Это хорошо. Что нам за это дадут? Так, хреновую тучу медалек. Увеличить награды за бой на 50% не буду. Забрать чумода. Ох ты ж, ёжик. Хорошо. Хорошо. Что-то мы получили. Вообще формально мне дико не хватает опыта. Опыта 339. Это же опыт, по-моему. Элитный опыт. Перевести в свободный опыт. Оплатить 581. Да ладно. Не-н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 е. Так, а ты что горишь у нас? А, это костер сзади горит. Я уж испугался. Давай мы чуть-чуть, наверное, с тобой погромче сделаем и сходим еще разок в бой. Есть у меня подозрение, что ты не слышишь вот этого пробитие, не пробитие. А может, ты слышишь? Может, это я не слышу. Так, что за настройки? Так, ладно, неважно. Не важно, что за настройки. Главное, что графен стоит у меня на максималочке. Ой, что-то громко. Давай вот так на одну уменьшим. Пойдем с ребятами, потому что один я в принципе здесь точно не вытяну. Вообще никак. Кемперить я не умею. Снайперить я не умею. Стрелять я особо тоже не умею. Передвигаюсь я как рак. Сорян. Сорян, прости. Но я в камуфляже, поэтому мне так-то... Опа! Хорош! Минус 60 сразу сходу. Он ништяк, его кто-то на минус 94. А куда он делся? А как так-то? Не понял. Это что за обманный маневр сейчас был? Хорош, попал. Так, во, а вот и он обратно вылез. О, ушел во свояси. Так, давай на разворот. Слушай, ты мне мешаешь, братан. Ну-ка давай, БТ-7. Сдрысни отсюда нахер. Что-то там вражины пытаются захват базы произвести какой-то. Зачем? Не проще уничтожить врага целиком и полностью. Стой, 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 стой. Опа. А куда патрон делся? Ой, у него есть идея. На. Так. Да ну вас нахуй. Вы что толпой-то по мне гасите? Я маленький, я неумелый игрок. Меня нельзя бить, меня нельзя трогать. Да кто? Откуда? Ах ты ж ёб твою дивизию. На тебе ответочку. Ну, пока у меня перезагрузится снаряд, так, конечно, тут уже еще одна ответочка во мне прилетит. На еще. Ну, он что-то залез в толпу прям. Один на двоих. Что он там хочет сделать? Как это не пробито? Оп, хорош. Пробитие удалось. Враг повержен. В каком месте? Какой враг повержен? Тихо, 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 тихо. На! Это хорошо.
Да хорошо, что пробил. Так, давай, только вылезь. Сука. Сколько? У них трое осталось. Здесь было двое. Где еще один? Где-то он здесь наверняка есть. Смотри, захват базы ведь дальше идет. Так, ладно. Помчали мы туда. А что-то у нас дофига народу, но все на месте стоят. Вы чего боитесь-то, ребят? Господа мои хорошие, давайте в путь. Неужели они втроем разложат нас четверых? Ну не может быть. Они сейчас просто захватят и все, и я не знаю вообще, что будет. Опа! Ой, ой! Бой окончен. Почему? А я говорю, команда противника захватила базу. Я о чем и говорю. Почему они никто не двигались-то ни туда, ни сюда? Вы че? Даже я просек феньку, что все, нам как бы кобзда наступает. Что у нас за подарочек? Контейнер. Какой? Где? Давай. Ага, хорош, нормально, в бой. Даже я понял, что мы уже всрём. Но почему-то никто не ёрзает. Я не знаю, может, какая-то тактика есть как-то. Чё-то... Короче, все, давай. Давай смотреть, как батя рубится. Давай, как батя стреляет. Танк, правда, у меня говно. Перезаряжается долго. Надо что-нибудь нормальное. Не знаю даже. Играю за СССР, вроде бы как. Места у меня, кстати, под новые танки тоже нет. То есть, мне, я не знаю, здесь можно продавать танки, нет? Братан, ну-ка подскажи. Если можно, то я продам все. Куплю один. Хороший такой. Опа. Поехал. Смотри, поехал. Так. А если вот так? Не, нифига не канает система. Ой, меня видно. Так ты остановись на секунду хоть. Откуда ты вылезешь? На. Сразу же. Вопахало тебе. Да хорош там стрелять, погоди. Есть пробитие, отлично. Сейчас я ему еще разок жбан. Ой-ой-ой, меня бьют. Больше меня не будут бить? Нет, будут, походу. Не-не-не, будут. Ой-ой-ой-ой. А куда у меня прицел поехал? Ты че? Сейчас я этого вздрючу. Так, не я, но вздрючил. Да не, хорош, не убивайте меня. Это первая моя смерть будет, вы чё? Это же первая моя смерть. Ну остановись. На тебя. Так, минус. Кто по мне стреляет? Ах ты ж сволочь. Ах вы ж сволочи. Ага, у меня башня не успела повернуться. А если на таран? Да меня тут с двух сторон просто-напросто имеют. Что у меня башня медленно крутится? И голова медленно думает. И вообще все не так и неправильно. Ну и что мне тут делать? Просто понаблюдать? Да нет, зачем? Давай мы сейчас возьмем другой танк и отправимся просто в бой. Так, давай тебя. БТ-7. Так, снаряжение, давай, форсаж, плюс 20 к мощности двигателя пойдет. Внешний вид, да насрать вообще. Боекомплект, что у нас тут есть? Ой, так это не. Не-не-не-не-не. Хрена тебе лысого. Еще, слышь, еще золото на это тратить.
Ох, нифига нас на БТ-7-то много. Нормально. Ну что, прям танк хороший, что ли? Я вообще знаю только Т-34. И чё, куда мы идем? Всей армией, всей толпой. В каком направлении, пацаны? Если что, то я с вами. Как бы ничего не знаю. А, встаем, ждем. Ну, давай подождем. С какой стороны ждать не приятеля, а приятеля? Тихо. Лишь бы не со спины. Где ты? А где все вражеские силы-то? Опа! 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 Все, полезли, полезли. На! По голове отхватил. Хорош, нормально. Мимо. Но это перезаряжается быстрее. Уже плюс. На, еще чуть-чуть. Он нас, походу, не видит, да? На! Хорош, вообще нормально его лупим. Так, все, он нас спалил. Да, сейчас его кто-нибудь добьет. Не я, так другие. Он уже ехать не может. Все, минус один. Так, сюда ходи. На, нехер за деревом сидеть. Думаешь, тебя не видно, что ли? Какой ты хитренький-то. Ах ты ж, сука, собака. Так, 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 погоди, 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 погоди. Куда ты поехал? На, сразу же, сходу. Ну-ка. Эх. Ну да погоди, не ерзай, ну я ж тебя еще вижу. А как так не попадает, я не понял. Почему? Так, это не я попал, или я попал? Не знаю, кто это куда попал, но есть у меня подозрение, что нам пора выдвигаться. Ой, там война идет. О, так мы проигрываем. Воу! Ты чё? Ты чё, дружище? Ты ничего не попутал? Разнокалиберный. Ну-ка, сюда шел. Сюда шел. Отсюда вышел. На еще. Думаешь, я так просто тебе сдамся? А хуй там плакал. Ох, так этот прям вообще нулевый, смотри. Ой. Ему еще даже никто броню не поцарапал. Откуда? Я тебя понял. Пошел-ка ты нахер. Дружище, я с тобой не играю. Не, ну нам хабзда тут. Потому что, в принципе, нас осталось двое, их пятеро, так что здесь что ты хочешь, что ты будешь делать, ничего ты тут уже не сделаешь. Поэтому мы сейчас еще разочек не успеем выстрелить. Окей, ладно. Давай еще прокатимся. Так, а это что у нас? До сих пор в бою? А, не, все, вернулся. Хорош, нормально. Нормально. Так, здесь. Отлично. Что, все вернулись? Ничья. Так, ладно, это СССР. Что у нас тут? У нас тут есть немцы. Слушай, я вот вообще же в танках-то не разбираюсь абсолютно. Америкосики у нас есть. Это у нас что? Это у нас Великобритания, она же Англия. Это у нас Japan. У француз. Смотри, какой француз бледненький. Давай за французика сыграем. Чё? Слишком мало снарядов. А, пополнить. Ну давай пополним. Делов-то. Тоже проблему мне нашел. Давай пойдем. А мы одни, да, на Р-35? А вот где у нас ствол?
А где ствол у нашего танка? Ты чё? А я чем стрелять-то буду? Как так-то? Ну, у этого хоть что-то есть, хоть какой-то отросточек. А у нас-то что? Ты чё? Ты серьёзно? Французы? Вы как? Да хоть бы лягушку повесили, я не знаю. Что это такое? Как это может быть? Не, я, конечно, не знаток танков, но как бы снаряд должен из чего-то вылетать. А сила-то, ускорение или что там оно, ствол-то, дуло дает, оно что дает? Оно нам ничего не даст, потому что у нас его нет? Не, смотри, что-то у нас вылетает. Какой-то ЛТВЗ-38, что за хрень? Опа, стой. Давай поможем пацку. На. 33. Ну что такое 33? Кто меня видит? Пошли в жопу. Я вас не звал, идите нахер. Смотри, маленький француз-то какой, а? Даже выстрелить умеет. Мимо. Да ты погоди, не суетись. Стой, остановись на месте, пожалуйста. Шикарно. Да я знаю, что уничтожен. Где? Ты что, типа сверхскоростной, что ли? А если я развернусь? И уеду от тебя? А? Что ты на это скажешь? Не ожидал такого маневра? А вот так вот. Поехали к пацанам. А то я маленький, ствол маленький, дуло маленькое, все маленькое. Меткость маленькая, умение играть маленькое. О, попали. Смотри, как шустро, а. Конечно, пробил. Прям в голову. Нет. Погоди, 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 стой. На. Да почему я попасть-то не могу? Это все танк виноват. Я четко стреляю. Я прям грамотный стрелок. Прям охуенный вообще. Снайперила бешеный. Смотри. Хопа. Че тут стоишь, ждешь? Че стоишь, пасешь? На еще. Опа. Минус один. Кто у нас там? Один еще остался? Один остался. Дайте я добью. Дайте малышу добить. Да на тебе, сволочь. Не дали мне добить. Ну ладно, зато победа. Зато победа уже неплохо, но мы можем еще, в принципе, разок, наверное, пробежаться, да? Так, пойдем заберем. Так, забрать. Забрать сундучок. Открывайся. А сертификат на покупку техники 1 час. Что это мне сертификат дает? Прям вообще на халяву? Так, это понятно, сертификаты. Скидка действует на технику из списка 5 Матильда Блэк. Прайс, да ладно. И где мне эту технику искать? Что-то я немножко вот сейчас недопонял. Танки. А, наверное, здесь. Во, Матильда, 2400. А 2400 мне в любом случае не хватит. Даже если я использую сертификат, который дает скидку 20%. То как бы в рот компот. Я ничего с этим не сделаю. Что, мы тогда за японца или за тебя? Да нет, с маленьким дулом мы уже бегали. Давай что-нибудь мощное. Так, у тебя мощное. У тебя... Где ствол-то побольше будет? Ну вот у тебя М2 Light, но он Light. Это 1500. Ты что, дурачок? Ты за кого меня держишь? О, во, пойдет. Пополняем, конечно же, заряды. Снаряжение пойдет, не знаю зачем. Внешний вид у меня и так шикарный, но давай возьмем тебя. И let's go в бой. Кто это у нас? Это у нас немецкий, да, получается? Я единственный на таком говне. В принципе, вообще не только в своей команде, но и вообще во всех командах. Ну да.
Зато у нас дуло длинное. В случае, если будем замеряться на длину, то я победю это вот прям вообще без вопросов. Куда поедем? Я думаю, что стрелять мы будем херово на самом деле. А чё у меня башня не двигается? Башня! Башня! Ай, так у меня башня вообще неподвижная. Да ладно. Чё, серьезно? Нахуй ты такой родился вообще? Тебя зачем создали? Ты, ошибка эксперимента, блядь. Стоп, стой, жди. Жди отмашки. Ну, будем надеяться, что твое дуло хотя бы на 30 урона-то умеет стрелять. Опа. На, радистка Кэт. Даже не пробито, ты чё? У тебя башня не крутится, ствол самый длинный, а толку-то никакого. А, ну 53, ну ладно. Броня не пробита. Да вон ты нифига бронированный-то. Да как бы все равно. 4 выстрела, 2 урона только нанесено. Он вообще бешеный какой-то. А ну давай повыше чуть-чуть. Это в голову было, точно. Это был хедшот. Прям вообще нормальный хедшот. Он нас видит или нет? Почему он не стреляет-то? Какой нахер рикошет? Ты дура? Пробил, хорош. Спасибо. Только ты обо мне что-то поздновато вспомнил, братан. По тебе... Давай на 59, а подачи. Ой-ой-ой. Отлично. Кто? А, ну прекрасно. Просто шикарно. Восстановление не требуется, модули не повреждены, экипаж не пострадал. Да как не пострадал-то? А как же там это? Самолюбие, гордость? Да, да, спасибо, спасибо. Шикарно было. Мне понравилось. Тихо. Где он? Ага, ладно. Он нас не видит. Перезаряжайся быстрее, 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 быстрее перезаряжайся. Давай, 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 давай. Да ты сука. Есть контакт. Где там еще двое? Блин, ну они внизу. Давай наверх забуримся и попробуем их, короче, забодать, если что. Так, минус один. И остался ПЗ-3. Давай, 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 опускай свою башню. Хорош, нормально. Чё он такой резкий-то? Как понос дерзкий. Ну, в любом случае, смотри, у нас-то 6 танков, а он-то один. Давай вот так вот. Отлично. Дайте я его добью. Ну, пожалуйста, дайте хоть одного-то добить сегодня. Ай, молодец. Ай, я вообще великолепный, красава просто. Хорош. Не, я, конечно, не умею играть, ты пойми меня правильно, но я получил удовольствие на самом деле. Что такое? Стрелок? Чё? Попасть в противника не менее 10 раз подряд. Но это надо уметь. Это уровень, а уровень и талант, соответственно, не просрать. Ладушки, ребятки, с танками мы на сегодня все. Если вам понравилось, обязательно пишите мнение в комментариях. Подписывайся на канал, если интересненько. Большое спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения и пока.